Привет! Это снова Родион, а это снова Da Vinci. В этот раз 16-я какая-то там бета, запущенная на самом обычном неигровом компьютере. Это значит, что вы тоже можете ее запустить на таком же неигровом компьютере. А это новый курс, и задача этого курса — показать вам, что Da Vinci замечательна. То есть в ней можно не только красить, но еще и полностью готовить клипы, монтировать их, озвучивать, титры рисовать, там красить и все вместе это сводить и выводить куда-нибудь в YouTube. Чем, собственно, мы в этом курсе с вами и займемся. Чтобы с чего-то начать, мне нужен, наверное, какой-то план. Привет. Я Тимур. Я эксперт. Окей. И чё? А лап это кто? Я Тимур. Я эксперт. Окей, я понял, ты Тимур. И, видимо, ты теперь будешь мне говорить, что делать. Да. Импортируй материал. Ага, хорошо. Импортировать так импортировать. Глава первая, импортируй материал.